Вечер. Мы продолжим наш разговор о писателях, французах с фамилией, начинающейся на букву «Д». И сегодня объектом нашего пристального внимания будет писатель, которого звали Альфонс Доди. Мы, конечно, привыкли к иному произношению его фамилии и слышали его часто из уст наших соотечественников именно в таком произношении: Альфонс Даде, с твердым «э» на конце. Ну, уж вот так произносится его настоящая фамилия на французском языке, что, впрочем, неудивительно, мы уже не раз отмечали особенности произношения фамилий иностранных авторов их соотечественниками. Вот так и с Альфонсом Доди. Родился он в 1840 году на юге Франции, в Меце. Множество интересных обстоятельств связано с фамилией его предков, с историей их жизни, жизни семейства Доди на юге Франции, особенности определенных социальных движений, национально-социальных в этом регионе, особенности того, как это происходило в периоды, предшествующие, собственно, Великой Французской революции. Собственно, отец и дядя Альфонса Доди в революцию пришли несколько разными, так скажем, путями, но не миновали ее сурового облика, который, собственно, и очень категорично сказался на судьбе этой фамилии. Дядя Альфонса Даде или Доди был казнен в период революции. Отец его едва избежал этой судьбы, поскольку оба были довольно-таки яркими такими представителями роялистов, сторонников королевской власти. Несмотря на то, что семейство, в общем-то, не дворянского происхождения, и семейство, конечно, скорее мастеровое, и ему бы как раз самое место было бы в рядах революционеров. Тем не менее, это тоже особенность юга Франции, особенность того места, которому в своих произведениях очень много внимания уделяет сам Альфонс Доди, и, конечно, которое самым серьезным образом отображено в его первых произведениях, а затем и в некоторых биографических произведениях, и в некоторых более поздних произведениях. Поэтому, конечно, мы всегда будем помнить о том, что начинал Альфонс Доди как по существу региональный писатель. И, конечно, назвать раннего Альфонса Доди или Даде, как мы более привыкли это произносить, писателем-реалистом, классическим реалистом, которым он становится впоследствии, наверное, было бы сложно. Это
произведения, которые в некоторой степени носят отчасти черкесский такой журналистский характер. Они бытописательские, в то же время описывают быт крестьян, быт малых национальных групп, проживающих на юге Франции. И в этом смысле мы можем провести параллель с многими писателями-реалистами, которые, в общем-то, начинают свое творчество именно с таких форм, с малых форм, очерковых форм, таких же, скажем, как первые рассказы Диккенса. Да и у многих других писателей это встречается, реалистов, как во Франции, в Англии, в целом в Европе, в России в том числе. Можно привести массу аналогий. Но впоследствии появляется более такое, скажем, исключительное, более не похожее на все творчество Альфонса Даде произведение, выпадающее из общего контекста и, в общем-то, скорее относящееся, может быть, к такому жанру, как сатира, может быть, даже юмор в определенной степени. Это его знаменитая трилогия романов о Тартарине из Тараскона. Именно Тартарин, как это правильно произносится по-французски, которую все мы знаем, опять-таки с твердым «э», как Тартарена из Тараскона. Одного из примечательнейших персонажей, которую мы так привыкли сравнивать с величайшими безумцами, с величайшими лгунами и выдумщиками, среди которых такие персонажи, как Мюнхгаузен и многие-многие другие. Вот где-то рядом с ними находится пытливый искатель приключений Тартарен или Тартарин из Тараскона. И в этом плане мы тоже можем найти параллель с великим Диккенсом. Это посмертные записки Пиквикского клуба. Ну и опять-таки это не только Диккенс. Мы можем отметить такие произведения, повести Федора Михайловича Достоевского, которые тоже выпадают из общего весьма серьезного творческого контекста. Например, тот же самый «Дядюшкин сон», вот, или «Село Степанчиково, его обитатель». И вот такое именно движение, такие именно отклонения от избранного пути, от магистральной литературной парадигмы, парадигмы классического реализма, мы можем на самом деле наблюдать у многих писателей-реалистов, и мы еще будем такие примеры приводить. Вот, в частности, они встречались, такие вот отклонения, такие поиски новых форм и в творчестве Альфонса Доди. В биографическом плане мы можем сказать, конечно, достаточно много о творчестве этого писателя, несмотря на то, что период его жизни достаточно короткий. Он умер в возрасте 57 лет в 1897 году и прожил, в общем-то, не столь длительную продолжительную жизнь, как многие из его соотечественников-писателей.
Но вместе с тем разделил судьбу многих других умерших молодыми. Не объясняется это как раз вот некой общностью судеб этих людей, которая, собственно, связана с распространением в 19, 18, собственно, конечно, и в 17 веке так называемой веселой болезни или Льюиса, который, собственно, как мы говорили, привел к раннему достаточно печальному концу и Амадея, Теодора Амадея Гофмана. И мы говорили о той же самой трагедии жизненной, которая постигла и великого немецкого поэта Гейне, Генриха, и соотечественники, собственно, и Дода, такие как и Флобер, и Мопассан, также страдали от этой распространенной в то время болезни. И, собственно, не то, что она, так сказать, рано уносила этих людей в могилу, но существенно, конечно, то, что болезнь эта существенным образом влияла и на жизнь, на образ жизни, на качество жизни этих людей. Очень часто встречались поражения и внутренних органов, и спинного, и головного мозга, и потери, частичная потеря или полная потеря подвижности, которая, кстати, постигла уже в зрелом возрасте и Альфонсо Доди, он передвигался на костылях. И, конечно, многие другие проблемы, связанные с неизлечимостью в тот период и тяжелым течением этой болезни, определяли и в том числе и характер творчества, то есть влияли на вот особенно поздний период творчества этих писателей. Тем не менее, это не помешало Альфонсо Доди, который, в общем-то, болезнь эту приобрел, как это часто бывает, в молодом очень возрасте, ну, в результате его первого любовного увлечения с одной из французских аристократок. И, тем не менее, он был довольно удачно женат. В браке этом родилось трое детей, дочь и два сына, которые, так сказать, тоже были довольно известными деятелями французской культуры. И в целом, так скажем, мы можем сказать, что несмотря на вот такую тяжелую болезнь, личная жизнь Альфонсо Доди скорее, так скажем, все-таки была более приятным явлением, нежели у многих других авторов, писателей, которых эта болезнь настигла и которая привела их в конечном итоге к изоляции и одиночеству. Вот. Ну, следует, конечно, прежде всего обратиться к русским изданиям Альфонсо Доди. Издавался он очень часто, огромное количество раз в советский период, естественно, в дореволюционный период. В настоящее время наиболее издаваемой, конечно, книгой Альфонсо Доди является его роман «Тартарин и Староскона» или «Тартарин и Староскона» и его продолжение. Но вместе с тем и с многими другими произведениями Альфонсо Доди были знакомы и его коллеги-писатели
в том числе и в России. У него были хорошие творческие контакты с Тургеневым, и с Золя, и с Бальзаком, и с Мопассаном, и Флобером, и с многими другими, с Ганкуром, с многими другими писателями, которые были еще живы, так сказать, в ранний период начала творчества Альфонса Доди. И, конечно, и вот это окружение, эти контакты не могли не повлиять на особенности творчества этого писателя и на его, собственно, принадлежность в конечном итоге к великому французскому критическому реализму. В чем-то даже приближался он и к натурализму, о чем писал Золя. Вместе с тем, конечно, Альфонс Доди, он не стремился к тому, чтобы конструировать огромные социальные массивы, подобные тому, что, так сказать, сконструировали в своем творчестве, и, конечно, и Диккенс, и Бальзак в своей человеческой комедии, и Золя в своих Ругон-Макарах. Он занимался, как я уже говорил, разными направлениями внутри своего выбранного литературного поля. И вот эти различные совершенно по содержанию, по литературным особенностям, по, конечно, тематике, по фабуле произведения, которые появлялись из-под его пера, они рассказывали в довольно реалистичных, конечно, тонах очень многие вещи о социальном и национальном портрете французского среднего, прежде всего, класса. Но не обходил он вниманием и представителей буржуазии более крупной, и не обходил, конечно, вниманием и представителей дворянства. Были его, как я уже сказал, его произведениях и прекрасные портреты людей нижних сословий, крестьянства, и вот это, так сказать, особые произведения, самые разные произведения, которые создают вот такой обобщенный литературный портрет писателя Альфонса Доди. У нас издавался семитомный Альфонс Доди, собрание сочинений. Вот оно у нас здесь представлено. И издавался он в библиотеке «Огонек», как это традиционно было в советское время, издательство «Правда», Москва, в 1965 году. В первом томе содержится произведение «Малыш» и «Письма с мельницы». Вот «Письма с мельницы» – те самые рассказы, иногда такого черкистского, иногда, так скажем, более свободного, несколько, может быть, окрашенного в некие мистические тона, значит, где-то даже сказочные, да, произведения, которые рассказывают о писателе, собственно, поселившемся в сельской местности на юге Франции, в здании, строений, так сказать, бывшей мельницы, которая прекратила свое функционирование как производственный объект, что называется, и, так сказать, была приспособлена к обитанию, к бытованию этого французского писателя. При этом речь на самом деле не идет о том, что Альфонс Доди на самом деле проживал в какой-то мельнице и из нее транслировал миру образ, так скажем, мира своих соседей, крестьян, значит, мелких торговцев и всего того нижнего и отчасти среднего сословия,
проживающего в этой местности. Нет, здесь как раз никакой реальной связи, кроме как связи, связанной с воспоминаниями собственными, с периодом проживания писателя, его взросления в этой местности Франции, вот они легли в основании этой книги. Ну и, естественно, элементы некоего бытового фольклора, которым он прикасался еще в молодости. Ну и одно из первых произведений, роман «Малыш», это биографический роман, который опять-таки биографичен, но не биографичен дословно. И в судьбе Альфонса Доди не было тех многих моментов, которые он измыслил в своем «Малыше». Второй том «Собрание сочинений», значит, содержит рассказы по понедельникам. Это тоже такой своеобразный экскурс уже в другое время, другой период, в другую местность, в путешествие писателя, который за свой достаточно короткий период молодости успел побывать, скажем, в Алжире, и это определенным образом сказалось на некоторых из его произведений, в частности, на одном из романов о Тартаряне из Тараскона, где действие как раз происходит в этой североафриканской стране. Так и тут вот здесь рассказывается о самых разных событиях, связанных с жизнью писателя, с его наблюдением за окружающим его миром реальной Франции того времени. Ну, а также этюды и зарисовки, и прекрасная Нивернеска. И как раз в этом томе опубликованы все три произведения о Тартарине или Тартарине из Тараскона. То есть, собственно, необычайные приключения Тартарина из Тараскона, Тартарин на Альпах и порт Тараскон. В третьем томе «Собрание сочинений» мы можем найти два крупных произведения этого писателя. Это, значит, роман «Фрамон-младший» и «Рислер-старший» и «Короли в изгнании». Это все произведения, которые относятся к раннему и среднему периоду творчества писателя, и которые подготавливают его вот для действительного проникновение в мир крупной литературы, романистики, романистики социального критического реализма, в который он и погружается в своем творчестве в последующих произведениях. И вот четвертый том – это роман «Джек». Роман уже гораздо более серьезный, роман, безусловно, социальный, роман, который в определенной степени, как я считаю, по крайней мере, испытывает влияние творчества Диккенса, не только в том, что, так сказать, загадочно происхождение самого главного героя, который по некоторым соображением по отцу считается произошедшим из Великобритании, отсюда и странная странное имя для французского мальчика. Вот. Ну и в тех событиях, которые, жизненных перипетиях, которые
в общем-то, рисуется в таком очень характерном для творчества Диккенса, раннего Диккенса, среднего Диккенса, который пишет именно о тяжелой жизни представителей юного поколения, да, вот, о которых мы прекрасно знаем, Оливера Твиста и так далее. Далее, в следующем томе мы находим два романа, опять-таки, «Набоб» и «Сафо». Это тоже очень яркие примеры особенных направлений, новых направлений в творчестве писателя. Тут и богема представлена, и сильные мира сего, вплоть до премьер-министров и других представителей кабинетов министров Франции. И авантюристы появляются величайшего, так сказать, национального масштаба, опять-таки, происходящие из других стран, из Великобритании. И, так сказать, центральные фигуры очень интересны этих произведений, тот же Набоб. Удивительно интересная личность. Где-то мы можем даже провести какую-то параллель с графом Монте-Кристо, в то же время совершенно не характерный, конечно, для образа этого персонаж, толстого, тучного человека, который обладает, с одной стороны, богатством, с другой стороны, привлекает внимание всего французского общества высшего света. И вот события, которые направлены на фактическое уничтожение этого человека, вот именно в процессе, так скажем, тех моральных, социальных сражений, которые идут в этом обществе. И не всегда то, что преподносится нам как общественная мораль, по своей внутренней природе соответствует представлению о морали. Это очень тоже интересный социальный эксперимент, который осуществляет Альфонс Доди. И в шестом томе «Нума, Румистан и Евангелистка», также два романа этого писателя, уже ближе, так скажем, к завершению его творчества, которые появились. И также роман «Бессмертный», пьесы «Орлезианка» и «Борьба за существование», которые тоже привлекли уже внимание к Альфонсо Доди уже в средний, ближе к старшему периоду его жизни. «Воспоминания», «Статьи и заметки о жизни». То есть, как мы видим, здесь довольно полный, если не исчерпывающий, так сказать, перечень произведений этого писателя, переведенных на русский язык. Как я уже сказал, в возрасте 57 лет писатель скоропостижно скончался, что, собственно, уже избавляет его от мучений, от почти полной неподвижности, от серьезнейшего поражения спинного мозга, двигательной системы вообще, так скажем. Поэтому является для него определенным избавлением от жизненных мучений. И его уход вот действительно знаменует собой по существу завершение эпохи классического реализма в Европе. Уже к этому времени
фактически, так скажем, центральная группа писателей классического реализма европейского уже завершает свой жизненный цикл и уже начинается бурное цветение как в Европе, так и по всему цивилизованному миру нового литературного направления модернизма.